Друзья, выровненная плоскость. Там внизу у нас, мы наверху находимся, там внизу у нас полигональные руины. И в подтверждение того, что это все обработанные скалы, мы находим здесь след. Отсюда заходит инструмент толщиной с мой палец. Вот, Максим, инструмент. Он у нас гибкий. Мы такое встречаем много в термесесе, например, встречаем. И здесь он продолжается. То, что это не простой вертикальный скол, вы видите здесь закругление как раз под размер и заглубление. Как проходил этот инструмент, вы должны были его заводить вот так горизонтально. И он каким-то образом шел и отделял. Но это гибкий бур какой-то подразумевается. Или что мы можем? У нас аналоги какие, Макс, есть современные? Я вообще уверен, что это какой-то ультразвук. Но у нас вот четкий, понимаешь, у нас четкий, но металл не металл. Пропила, понимаю, я их вижу. Но это даже не пропил, это вот реально бурение какое-то, но оно прошло очень гибко. И вот здесь вот оно хорошо видно, что это именно бурение. Там внутри, там, видимо, полость была и с толщиной пальца. Вот здесь вот, вот он выходит. Это не кто-то вот брал и отдалбливал, потому как он никак не создаст тебе здесь закругление, если ты это выдалбливаешь сверху. Вот это интересно, конечно. Ну, тут целые скалы выбраны, что тут удивляться. А для тех, кто сомневается и считает это, ну, скажут, мне иногда пишут, ну, это один случайный след. Вот для вас, друзья, великолепные следы. Даже они, потом блок треснул, а следы продолжаются. Вот видите, великолепный инструмент. Он заходил, никакая это не кирка. Какая это кирка? Нам лепят ученые какие-то бредовые. Ну как, блин, называть их, извините за мое блин, но называть их учеными уже. Ну как, вот люди, которые не видали этих руин, они пишут об этих руинах учебники для 5 класса. Почему для 5 класса? Потому что, как ни парадоксально, история древнего мира изучается именно в 5 классе, когда детям еще, ну, можно сказки рассказывать. И эти сказки изначально погружаются в сознание, а потом уже человек не воспринимает, человек воспроизводит это сказки, взрослый человек воспроизводит это сказки. И мне этих сказок постоянно пересказывают, когда с кем-нибудь пересекаюсь, иногда в комментариях, иногда прямо на руинах, и люди начинают повторять тебе то, что они получили именно в 5 классе. Когда ты им обозначаешь, что вот у нас значительные выборки, следы инструмента, грандиозность, и вот видите, что называется, инструмент заходил, не мог выбить угол. И когда ты им показываешь такие вещи, а здесь, кстати, еще у нас вот эти блоки, там глубина, потому что это цистерна. Вот, когда ты им показываешь мегалиты, они, конечно, разводят руками, они пытаются объяснять, как эти мегалиты каким-то образом передвигали, как эти мегалиты, вот огромнейший блок, как эти мегалиты вообще перемещали. Они тебе все эти версии про рабов, и в наши дни, как в наши дни вошел водопровод, построенный еще рабами Рима. Вот это все бесконечно тебе пересказы. Но на руинах это все рассыпается. Рассыпается гораздо быстрее, чем рассыпались эти древние руины. Потому что ты начинаешь им показывать такое, не фантазируя, просто показывать. Достаточно ведь постоять около блоков в многие тонны, посмотреть, как выбирали целые скалы. И как-то вопросы, вот уходят вопросы. Я сейчас, Кирилл, к вам присоединюсь. Одну секунду, сниму просто вот эту. Мы тут с друзьями, у нас еще много. Вот, ты начинаешь им объяснять, что здесь были блоки полигоналки, что это вход, вот полигональные крепления, вот полигональные формы, это не обломано. Вот здесь крепили следующие, они интегрированы в скалу. И все, и все, и все, и понеслось. И вопросов уже меньше. И как и веры, потому что учебники истории, они основаны на вере. Вы должны верить. Вас приучают поверить в исторические концепции, которые основаны на, ну, они ни на чем на самом деле не основаны. Они основаны на сопротивлении очевидному. И все. Грустно, но неправильно, но факт.